Во сколько нам открытий чудных готовит просвещенье дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. Тимка, как? Экскремент. Да, я это экскремент хочу и сделать. В Петербурге придумали танк, аналогов которому не было, и, прямо скажем, надо же было до такого додуматься. Боевая машина стреляет экскрементами. Два в одном, говорит автор проекта, и проблем с туалетом у военных не будет, и противник поражен. Ну, давайте. До свидания. Еще кто-то едет. Изобретатель Александр Семенов прославился на весь мир всего за один день. Сенсацией он стал благодаря британской газете «Гардиан». Авторитетное издание напечатало целую статью о русском ученом и его изобретении. Танки, который стреляет отходами жизнедеятельности солдат. Этот метод ведения войны призван подавлять дух и угнетать психику противника. Пока не собрано ни одного опытного образца супероружия, поэтому в действии его никто не видел. Зато многие по-настоящему заинтригованы. Уж больно красочно и убедительно Семенов расписал свое изобретение на бумаге. Уважаемое издание в точности перепечатало патентное изобретение, не постеснялось даже иллюстраций. Все-таки так нагляднее. Я думаю, что для 3 человек экипажа достаточно объем и достаточно для того, чтобы почувствовал противник там, где они должны понять, на чьей стороне истинная победа. Главное достоинство научного открытия, это указано в патенте, новым оружием никого не убьешь, зато напугаешь точно. Тогда все эти экскременты будут сосредоточены по площадям на маскировочных сетях, на обмундировании, на стратегическом и тактическом оружии вероятного противника. Идиот!